На минувших выходных свой праздник отметили медицинские работники. Мытищинские врачи и медсестры провели его спортивно. В этом году на поле сошлись 4 команды – сотрудники Мытищинской городской клинической больницы, районной стоматологической поликлиники, психоневрологического диспансера и специализированного дома ребенка. Участникам команд нужно было проявить себя в спортивных состязаниях и показать смекалку. Но больше всего медиков впечатлил конкурс, в котором нужно было угадать животное с помощью тактильных ощущений. Вместе с семьями и своими детьми участвуют во всех конкурсах, которые сегодня организуются, да, для нашей выездной команды. Поэтому все на ура, все весело, на природе, слились сегодня солнце, прекрасный день чудесный, поэтому все очень радостные, все удовлетворены, и я думаю, что победа будет, конечно, за теми, кто активно готовился к этому мероприятию. После 2 часов увлекательного квеста определился победитель. Больше всего баллов набрали стоматологи. На 2-м месте представители наркологического диспансерного отделения в тандеме с медиками психоневрологического диспансера. 3-е место занял специализированный дом ребенка. 4-е место у сотрудников поликлиники номер 2 и отделения неотложной медицинской помощи Мытищинской городской клинической больницы. Как отметили ведущие, в этом состязании победила дружба. Всем участникам сказочные герои раздали эскимо. Также победители ждут премии от Мытищинской городской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.